Ну что, друзья, вот мы пришли в один из магазинов корпорации Greenleaf. Именно такие магазины мы будем открывать во всех странах СНГ и Европы. А мы сейчас идем делать свои собственные покупочки. Сейчас мы возьмем корзинки вот такие и пойдем покупать. Мне нужно купить большой чемодан и в этот чемодан набрать много подарков. Друзья, вот именно такого формата магазины мы будем открывать. Мы будем ими владеть и будем с них зарабатывать деньги. То есть это сеть, подобная магазинам «Пятерочка». И в этом можно очень здорово поучаствовать. И фишка этих магазинов будет в том, что товары в них будут примерно в два раза дешевле, чем сейчас в обычной торговле. Так как нет никаких посредников, и корпорация Greenleaf через наши с вами магазины, которые мы откроем, будет продавать товары напрямую. То есть это будет федеральная сеть монобрендовых магазинов под брендом Greenleaf. А собственниками этих магазинов будете являться вы и ваши семьи. Магазины открываются коллегиально, вам не нужно лично вкладывать сюда миллионы рублей. Мы открываем магазины по большому счету за счет компании Greenleaf. Напишите мне в личку, пожалуйста, я расскажу, как делать это правильно, чтобы зарабатывать. То есть я уже заработал более миллиона рублей, хотя в бизнесе буквально 8 месяцев нахожусь. Вот. В этом бизнесе можно получать доходы несколько миллионов в месяц. И в Китае более 10 тысяч миллионеров из бизнеса Greenleaf, которые открыли на территории Китая такие магазины. Бизнес-план я оставлю под этой видеозаписью. У нас самая мощная команда. У нас есть шикарная технология, как этот бизнес работает. То есть, как вы видите, это не сетевой маркетинг. Это именно проект инвестиционный по открытию сети фирменных магазинов, доступный абсолютно каждой семье. Абсолютно каждой. Не нужно быть каким-то супербогатым инвестором. Точно так же у вас будут кассы. И с этих касс вы будете получать прибыль и передавать этот бизнес по наследству.